КАСАТ-3 введен в штатную эксплуатацию. Об этом сообщается на официальном сайте Республиканского центра космической связи. Казахстанский спутник связи и вещания был запущен еще в апреле. Все это время он проходил испытания и тестовые включения. Отмечу, что теперь у Казахстана появилась орбитальная группировка из двух телекоммуникационных спутников. Государств, обладающие такой системой, в мире немного. КАСАТ-3 позволит доставлять информацию в самые труднодоступные районы и позволит снизить импорт услуг связи до 4 миллиардов тенге в год.